Привет, привет! Если вы видите вот это вот все, значит снова обзор моих покупок. Покупок, как всегда, на сайте Faberlic. О покупках этого каталога сейчас я вам подробнее расскажу. Во-первых, представлю каталог следующий, который уже скоро-скоро совсем выйдет в свет, так скажем, который уже будет доступен для всех-всех-всех. Он будет доступен с 22 февраля по 7 марта. Естественно, здесь все-все-все уже будет для наших девушек. Покупочки, подарочки, новинки. О новинках. Полностью о новинках я вам расскажу как-нибудь потом в каком-нибудь отдельном видео. А сейчас именно к новинкам перейдем и еще раз покажу вам, что у нас получат новички следующего периода, которые зарегистрируются и сделают свои покупки после 22 февраля по 7 марта включительно. Это будет один из ароматов Викинг или Валькирия. На ваше усмотрение. Вы как новичок, те, кто еще не зарегистрирован в компании, получат, если сделают покупки в указанные сроки. Скажу, что ароматы идеальные, ароматы просто шикарные. И Викинг у меня сейчас представлен будет в качестве подарка. Я его взяла в подарок на 23 февраля, а сама пользуюсь Валькирией на данный момент. Так что бомбезные ароматы. И те, кто не зарегистрирован и хотите зарегистрироваться, можете обратиться также и ко мне. Мне или к тому человеку, который отправил вам это видео. Так, много всего, но все, что здесь представлено, все либо идет в подарок, либо для себя любимой. Средство для гигиены, оно всегда нужно, и всегда стараюсь покупать нашей компании, и этот раз не исключение. Так, давайте чуть-чуть вот так вот сделаем и начнем с продуктов, которые у нас в Нечаев Family Club представляет. Батончики на этот раз кокосовые с чиа. Кокосовые были в прошлый раз с лимоном, на этот раз с чиа. Можем даже какой-нибудь сейчас открыть. Пошуршу немножко. Вот, смотрите. Ну, лимонные они были прям желтые-желтые. Вот, а эти у нас прям с чиа. И они прям вот здесь вот эти крупинки чии видны. Вот, мне кажется, это тоже мне понравится. Сейчас скажу вам артикул его, если найду быстро. Так, он здесь очень мелко написан. 16.065. Камера не хочет фиксировать. Угу. 16.065. Это именно с чиа. Обожаю вот этот вот wellness чай. Из серии wellness, да. Фитоконцентрат. Здесь у нас содержится экстракт черного чая, экстракт плодов шиповника, сок апельсина, чай матча, ароматизаторы лимона. И, в принципе, он мне очень нравится, даже с учетом того, что у меня на лимон аллергия, пока у меня еще не было аллергической реакции. Экстракт кардамона. Одним словом, его нужно попробовать. Первый раз, когда я его заказала, я была в таком легком недоумении, потому что он, слышите, порошочком таким. Здесь 14 порций. Компоненты, которые здесь указаны, они способствуют жиросжиганию. То есть он способствует еще и похудению. Вот.
это, наверное, уже третий. Сейчас у меня есть, я пользуюсь, ну, пью, да, один. Но поскольку он может у нас закончиться быстро, нужно было быстро заказать еще один, чтобы не остаться без любимого чая. 15715 артикул. Если не пробовали, всем советую, он очень вкусный. Из серии чаев у меня есть еще один любимчик — апельсин Тропик Каркаде Хинацея. Это вот тот состав, который повторно пошел на покупку. Зашло очень сильно, очень вкусный, очень приятный аромат. А, наверное, мы цитрусолюбители. Поэтому нам такое понравилось. Очень-очень вкусные чаи, на самом деле. И самое главное, что ты уверен в качестве. Вот. Еще один чай будет представлен в новинках, но о новинках чуть-чуть попозже. Серия косметика. И кисти. Ой, забыла вам сказать. Артикул чая 16014. Тут тоже мелко указано. Кисти. Забыла заказать еще одну кисть. По факту только увидела. Ничего, дозакажу. Кисти, значит, у нас здесь для румян 11098. 11106. Это у нас кисть для нанесения теней. 105. Кисть для растушевки теней. И 11621 кисть просто для растушевки. Вот, скажу, что кисти для румян и для тональной основы я уже пользуюсь, наверное, больше около 2 лет точно, и с ними ничего не стало, и они вот как были идеальные, так и есть. Эти у меня заказала сестра, захотела себе вот такие вот классные кисточки, они крутые, они реально очень-очень хорошие. Если у вас есть отзывы, пожалуйста, пишите тоже про кисточки, отзывы свои. Зубная паста, на этот раз у нас Нуки для чувствительных зубов и отбеливания также есть, да? Артикул Нуки 22-14. Не знаю, люблю наши пасты и периодически их меняю. Есть, конечно, то, что прям очень-очень нравится. Это у нас серия Эксперт Фарма. А так, в принципе, Нуки тоже неплохие. Вот. Ампульный концентрат. Люблю их добавлять именно в краску для волос. И вот так вот красится. Это у нас вот такой вот... Я, наверное, его уже показывала. Вот такой вот с блесточками. Не знаю, вам их видно. Вот эти вот блесточки. Их перемешиваем и добавляем. Я добавляю в краску. Можете добавлять в шампунь. Можете добавлять в кондиционер, в маску. Во что угодно. Главное, чтобы именно попадало на ваши волосики. Есть разные эти наши концентраты. Я, в принципе, все беру. Вот, на этот раз у нас для окрашенных волос. Так, артикул, если сейчас найду, каждый раз ищу артикулы, никогда не запоминаю, где они указаны. Артикул 83-43. Вот, тут два одинаковых, на них была акция. Два вместе дешевле стоили. Вот, еще по акции заказала салфетки для мониторов, для всяких гаджетов, да, вот такие вот, для своего ноутбука заказала, да, и в машину заодно, чтобы и всем было хорошо. Тоже как-то они по акции были, и два вместе стоили дешевле. Викинг, как я сказала, я взяла его в подарок, взяла, причем с 70% скидкой, поскольку пользуюсь Faberlic постоянно, и мне мой магазин дарит возможность покупать один продукт с 70% скидкой. Любой другой магазин такой возможности не дает, к сожалению. А вот мой магазин мне дает. И я взяла его
По-моему, за 600 рублей, то ли за 800 рублей. Как-то так. А стоит он в каталоге 2000 рублей. Вот. Нереально крутой аромат. Просто вообще шик. Уже не первый раз дарю. И все пока довольны. Лак для волос и спрей. Спрей для ухода. Про спрей сниму отдельное видео и опробуем его и посмотрите, насколько он крутой на самом деле. Обещаю, скоро будет. Лак для волос. Лак, он не утяжеляет волосы, не склеивает, но поддерживает, да, прическу, форму. Прям вот очень хорошо. Мне очень понравился. Лаками, в принципе, не люблю пользоваться, потому что мои так тонкие волосы, лак очень сильно утяжеляет. Но вот этот вот мне зашел очень лак. 89,73 артикул у нас лака и спрей 89,94. Обязательно закажите спрей, попробуйте, если вы его еще не пробовали. Артикул Викинга забыла вам сказать. 32-36. Средства для умывания. Мицеллярный гель для умывания серии Биомика. Биомика недавно для себя открыла эту серию, несколько месяцев назад, первый раз попробовав мусс-крем для лица. Очень осталась довольна. Теперь взяла попробовать мицеллярный гель для умывания. Мне кажется, тоже понравится. Он очень нежный, но, по крайней мере, мусс-крем был очень нежным. Мне кажется, этот тоже будет такой же по консистенции. Да, он прям кремообразный. Так. Сейчас мы его посмотрим и понюхаем. Естественно, они приходят зафольгированные все. Нет, он прозрачный. Прозрачный такой гельчик. Вот. Запах приятный. Запах, как у мусса, приятный. Вот, мне понравилась Биомика тем, что она на 90 с чем-то процентов, 92,4 состоит из натуральных компонентов. Для меня это очень важно, поскольку мне не все средства подходят. Она гипоаллергенная, подходит для всех типов кожи, включая и чувствительную. Не знаю, насколько фиксирует моя камера. Вот, насколько это вам видно, но я озвучиваю, попытаюсь. Не содержит парабенов, силиконов, этилового спирта, мыла, красителей и так далее. Вот. PH 5,0. Вот. Мне он очень нравится. Особенно для тех, у кого чувствительная кожа, советую именно Биомику. На самом деле палитра и ассортимент компании настолько широкий, что можно подобрать на любой карман и на любой тип кожи, любой уход. Если не знаете, как подобрать или сомневаетесь, можете написать мне лично. Все контакты будут внизу в видео. Попробую вам помочь определиться с выбором. А для мужчин у нас есть отдельная серия. Это идет в подарок у нас на 23 февраля. Шампунь и смягчающий эликсир для бороды. Вот. Сейчас скажу вам артикулы. Артикулы. 25-40 артикул шампуня. И 26-41. Вот такой вот эликсирчик. Серия Barber Lab недавно сравнительно, да, появилась в компании, но уже успела полюбиться многим. Гели для душа и жидкие мыла, они просто неотъемлемая часть, и они всегда, по-моему, должны быть, и мне кажется, у всех дома есть. Вот, а у нас это Faberlic. Очень удобный формат, то, что он маленький, можно легко с собой носить, и, в принципе, не знаю, мне очень нравится. И вкусные на запах, на вкус. Вот. Также у нас есть новинки. Новинки. Перейдем теперь к новинкам. Новинки у нас из разных областей, так скажем. Вот.
Первая новинка моя, она будет серией Faberlic Home, салфетка-губка двухсторонняя. Обязательно вам расскажу про нее после того, как попробую. А вот так вот, на первый взгляд, очень прикольная. Мне кажется, она будет хорошо пениться. У меня были предыдущие губочки, они прям очень были хорошие. Я даже в видео говорила, что повторно еще одну заказала, потому что мне очень понравилось. Вот, я побоялась, что она закончится. Вот, и если понравится эта губочка, я тоже повторно обязательно закажу. 910144 артикул. Она получается вот здесь вот, вот такая вот пористая, как губочка, а здесь она у нас микрофибра. Прикольно. Мыло, которое очень прикольно пахнет. Пожалела, что не заказала по два. Обязательно исправлюсь, закажу еще. Мне кажется, крутой подарок будет. Мыло ручной работы. Здесь у нас вкус манго, вкус банана. Они прям очень хорошо пахнут. Прям даже так чувствуется. Очень вкусно пахнут. И, наверное, эти оставлю себе. В подарки еще закажу. 26,65, 26,63, там еще был какой-то цитрусовый, не помню какой, но я его не заказала, обязательно закажу. Прям очень вкусный, мне прям очень понравилось. Интересно, какие они будут в деле. Посмотрите, какие они красивые. Вы бы запах почувствовали бы. Прям реальный суперфуд. Далее. Давайте посмотрим, что у нас приготовила нам серия D-Line. D-Line у нас выпустила увлажняющий суфле для бритья. Увлажняющий суфле для бритья от D-Line. Артикул сейчас сразу скажу, чтобы не забыть. Артикул 2570, и смотрите, я его уже чуть-чуть открыла, то есть вот это вот, мне кажется, это будет либо прозрачный какой-то цвет, либо еще что-то, потому что внутри он прям такой же, серо-сиреневый какой-то, не знаю, насколько, опять же, камера передает. Интересный запах, ну, как все средства D-Line, такой же запах. И будет очень интересно попробовать, поскольку вот именно суфле я никогда не пользовалась, если честно. Если есть, и в принципе даже не видела, что, ну, есть такой продукт, да, суфле для бритья. Я так поняла, что он используется вместо геля. Вот, обязательно после того, как попробую, с вами поделюсь своим мнением. Далее у нас получается средство, опять же, для кутикулы. Недавно рассказывала, и на YouTube у меня есть видео о масле, которое тоже от компании Faberlic, которым я очень-очень-очень довольна и очень-очень советую. А теперь у нас появился вот такой вот карандашик. Вот, который тоже направлен на уход кутикулы. Экспресс-карандаш для ухода за кутикулой. Ну, карандашом, наверное, быстрее будет, удобнее пользоваться. Попробуем. В принципе, да, для экспресс-ухода можно и его иметь под рукой. Для сестры мы заказали вот такой вот карандашик для бровей. Ой, смотрите, какой он крутой. Прям бровки-бровки рисует. Ой, не знаю, передает вам свет. Камера. Вот это вот все. Камера сегодня отказывается фокусироваться, но очень интересно. Прям волоски рисует. Интересно будет на стойкость тоже проверить, но вот он застыл и не стирается. Интересно. Поделюсь обязательно отзывом сестры, поскольку это не мне. Вот. Оттенок у нас самый темный, по-моему, мы выбрали. 53,98. Из тоже
Это у нас была новинка, по-моему, прошлого каталога. Из новинок еще один карандаш, но на этот раз он уже для губ. Из серии, которая сейчас будет. Это, по-моему, был оттенок «Пыльная роза», если я правильно помню. Но он такой, камера чуть-чуть врет, он розовый. Ну, такой насыщенный розовый. Вот, артикул. Его нужно попробовать прямо на губах, чтобы уже знать, нравится или нет. Но, в принципе, вот так вот мне нравится. Так он легко стирается, я так понимаю. Интересно, насколько он будет стойкий. 40851 артикул. После того, как протестируем на себе, тоже обязательно как-нибудь вам расскажу. Новое средство из серии Арису. Японская серия по уходу за волосами. Теперь это у нас... Сейчас скажу, восстанавливающая сыворотка для всех типов волос. У меня сыворотка закончилась, я как раз должна была заказать и взяла вот эту вот попробовать. Я все тестирую на запах, очень приятный. У меня не было шампуня Арису, поэтому мне интересно, он шампунь тоже такой приятный запах, но он очень... Приятный, очень приятный запах. На основе лотоса сыворотка для волос. Нужно нанести, я так понимаю, по всей длине. Средство не нужно смывать. Ухаживает оно в течение всего дня за вашими волосами. Круто, попробуем и обязательно тоже поделюсь своим мнением. Вот 77-34 артикул сыворотки. Запах мне прям очень понравился. Далее у нас новинка для здоровья. Новиночка для здоровья. Ой, давайте я вам духи покажу, а потом перейдем к остальному. Духи Мур-Мур. Прям Мур-Мур-Мур-Мур. Серия духов. Он очень красивый. Ну, скажите, красивый. Очень красивый. С помпончиком, который отстегивается. Можно отстегнуть и пристегнуть его куда-нибудь еще. Да, отстегивается. Аромат ирисок. Вот прям как заявлено, что аромат ирисок, так ириски чувствуются. Прям ириски, ириски. Ну, первое, что я почувствовала, это ириски. Сладкий, но не приторный, не противный запах. Потому что есть сладкие ароматы, которые прям, ну, противные до ужаса. Мне понравился аромат. Нужно его поносить на себе, чтобы понять, смогу я его носить на себе или нет. Но вот так вот, почувствовав его, мне он очень понравился. Так он у нас представлен в каталоге. Значит, сладкий, как сама жизнь, нежный, как кошка. Кокос, сливочные ириски, белый шоколад. Кокос я не почувствовала, если честно. Шоколад и сливки чувствуются. Ну, кокос как-то я... Да... Нет, не почувствовала. Отдаленно как-то может. Вот, а ириски и белый шоколад, они прям очень хорошо чувствуются. Стойкий аромат, могу сказать. И один брызг на запястье. Я его прям сейчас вот на всем протяжении видео чувствую прям очень хорошо. Поэтому я просто уверена, что он будет... мега стойкий, и слышала уже отзывы, что он мега стойкий, и расход прям будет, наверное, маленький, его надолго уйдет вам. Любители сладости и такого кокетства можете заказать обязательно. Сейчас скажу, и упаковочка такая красивая, да, коробочка. Артикул сейчас вам скажу. 3086. Мне понравилось. В
целом. Ароматы — это вещь такая индивидуальная, но мне понравилось. Я другого сладкого ожидала, думала, будет резче, но такой приятный ароматик. Вот, пихтовка, вернемся к пихте. Это вот такие вот капли, ну вот такое вот средство для иммунитета. Средствами, которые... Ну вот мне нравятся наши средства, которые вот прям их нюхаешь и прям чувствуешь, что это натуральный. Что здесь нет никакой химии. И, в принципе, состав можно почитать. Так, для иммунитета. Поскольку живем мы, ну, конкретно я в таком месте, где нет солнца и очень холодные витамины на минимуме, а иммунитет нужно поддерживать, поэтому взяла на этот раз вот такое вот средство. Значит, натуральный источник железа, повышает физическую и умственную работоспособность, укрепляет иммунитет, и нужно его 20 капелек добавлять на 100-200 миллилитров воды. Вот. Попробую. И написано, по-моему, что 4-6 раз нужно его в год рекомендовано пользоваться. Вот, это у нас в новинках. Там еще какой-то был в новинках тоже, не помню какой, но я решила сначала один попробовать, потом второй. Вот, чай. Чай, травяной сбор, тонизирующий Energy. Взяла его, потому что люблю очень наши чаи. Сейчас себя не очень хорошо в этот период чувствую, такая... на грани вируса, да, и поэтому пью наш бронхо-чай, и взяла вот этот, вот он, в принципе, тоже такой на основе корня солодки, имбиря, гибискус, земляника, мята, лимонграсс, в принципе, то, что именно вот укрепляет иммунитет и заряд бодрости дает. Думаю, что это тоже будет вкусным, потому что все вот эти вот ингредиенты, которые в других чаях, мне нравятся очень. Вот эти вот Herbal Tea серия, я их очень люблю, потому что они очень-очень вкусные. И то, что вот я и говорила, что прям чувствую, что это натуральный, прям... Ну, тут не понять, да, потому что пакетик такой. А когда его опускаешь в воду, прям каждая травинка видна. И аромат сразу такой. Ой, прям даже от пакетика стал такой аромат. Приятный, травяной. 15751 артикул. Там был еще один чай. То есть новинки постоянно появляются. Чаи постоянно у нас обновляются. Серия «Гном Гринли», которая стала спасением для всех тех, в том числе и меня, у которых жесткая вода из-под крана течет, и все те, кто именно за биосредства, да, это натуральные средства, которые у нас на основе эфирных масел и без всякой химии, поэтому и, в принципе, да, вся продукция, которая по уходу за домом, она у нас не бытовая химия называется, а косметика для дома, потому что нет ни одного химического элемента вредного, который был бы здесь вот в наших средствах. И концентрированный биогель для стирки. Он цветочный микс, то есть есть еще и аромат. Не нужен кондиционер, в принципе. Приятный аромат. Он рассчитан на 25 стирок и объем 500 миллилитров. Вот. Будем пользоваться. Пользовалась порошком, ну именно порошок этой же серии, кондиционер этой серии, моющие средства, средства для туалета, средства для мытья посуды.
И теперь у нас есть биогель для стирки. Скоро появится освежитель для воздуха. Будет вообще круто-круто. Вот. Еще одно мое приобретение, которое... Ой, давайте про это вам еще расскажу. Здесь у нас получается упаковочная бумага. Упаковочная бумага, в принципе, она, наверное, новогодняя больше, да? Но поскольку, возможно, она бы закончилась, я бы не успела в следующем году ее заказать, я ее заказала сейчас. Вот это вот то, что вы видите, это упаковка. Сама бумага, она внутри. Она вот такого размера. Размер, сейчас скажу, 80, по-моему, сантиметров. Нет, не указаны размеры, к сожалению, здесь, наверное, выкинула. Она еще была в полиэтилене отдельно упакованная, то есть мне все дошло вот просто безупречно. Я обожаю нашу компанию за то, что она прям вот так вот заботится о транспортировке. Ни одного еще не было случая, чтобы что-то повреждалось. Вот здесь вот вы видите очень-очень-очень долгожданное мое приобретение. Это наш погружной блендер артикул 91. Опс, 9101-15. Про него обещаю отдельное видео. Сейчас не буду его открывать и занимать время. Про него обещаю скоро совсем отдельное видео. Вот, и последнее, что вам хотелось сейчас показать, это тренд сезона, наверное. Кружки с двойным дном. А вот это вот у нас в форме сердца. И причем мне очень понравилось то, что прям, ну, когда доливаешь прям до конца, конечно, форма сердца не видно, но, в принципе, не доливать, чуть-чуть всего лишь нужно. Не посередке, а прям вот вообще чуть-чуть. Вот, форма сердца высвечивается. Faberlic Home написано. Прям красота. Мне очень понравилось. Прям очень понравилось. Прям круть. А, легкая-легкая стеклышко. Вот. Надеюсь, что прослужит долго, потому что я их очень ждала, эти кружечки. На этом, наверное, все. Весь обзор наш подошел к концу. Еще раз призываю делать покупки выгодно. И если нужна будет какая-нибудь помощь, обязательно пишите, с удовольствием вам помогу. Пользуюсь сама уже этим всем на протяжении 3 лет, и постоянное обновление меня только-только радует. И снова напоминаю, что все те, кто еще не зарегистрированы и не пользуются своим онлайн-магазином компании Faberlic, вас всех ждет подарок. Подарок за первый.